Попизжу. Привет, брат. Чё такой злой? Не злой, просто устал от отдыха. Короче, продолжаем наше путешествие, нашу съемку. Смотрите, короче, когда мы ехали сюда на автобусе, мы говорили, что и метр за территорию отеля не ступим. В итоге на следующий день мы уже вышли на рынок, который тут находится через дорогу. А сегодня какой, третий день, да? Четвертый день нашего отдыха. Привет. Четвертый день нашего отдыха, и мы уже готовы пойти словить маршрутное такси и поехать в так называемую площадь Сохо, что 15 километров от нашего отеля. Спасибо. Немножко не прошла мимо меня акклиматизация, зацепила и желудок. Сразу не пугайтесь. Посмотрите, как все. Открывает двери. Здравствуйте, спасибо. Все хорошо? Да, отлично. Ой, все приветливые, наш вот здоровается. Вот люди, кстати, вы сразу не пугайтесь, конечно, сейчас вышли за отель, за территорию, конечно, разруха сразу за дорогой. Город молодой, возможно, что там вот эти вот все стройки, это будет. Отели третья, четвертая линия. Да. Сколько? Сколько? Сохо. 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 Хороший суп. Сколько? 10 долларов совсем. Сколько? 10 долларов. Нет, спасибо. Сколько? Нет, до свидания. Сколько? 1 доллар. Хорошо сказано. Со всех это вот со всех. $10 это вон на такси, блин. За... А? Ну пошли. За $10 на такси можно доехать. Вот так вот, ребята. Смотрите видео, ну не мои, так как я видео не выкладываю. Хотя это, наверное, выложу в YouTube. Смотрите познавательные видео на YouTube. Узнавайте цены. Потому что вот так вот приедешь первый раз и можешь на маршрутке за $10 вдвоем доехать. Хотя реальная цена. За $7 можно доехать на такси, а это считалось маршрутное такси. То есть, ну, за $2 я бы еще поехал, потому что как бы здесь не такая очередь этих маршрутных такси, чтобы мне там торговаться. Ну, буду идти потихоньку, будут останавливаться, будем разговаривать, торговаться.
солнце садится, уже не так жарко. Можно и прогуляться. Потому что... Не, ну не 15 километров. Растащило уже. Растащило у нас, конечно, уже, блин, этот отдых. Уже с кровати тяжело подняться. Не то, чтобы там... Действительно, ресторан, пляж, кровать. Ресторан, пляж, кровать. Ну, если не получится поймать маршрутку, мы, короче, сейчас тут на свой рынок, который вот, мы уже до него дошли. В принципе, и здесь можно, ну, не намного дороже купить сувениры. А, не, спасибо, сюда. Старый город, хочешь рынок, старый город, Соха. Соха сколько за двоих? $6 за двоих? Да. Сколько? Сколько ехать по времени? Поехали. Слушай, брат, ой, сколько $6? Фунт? Нет, американских долларов сколько? За двоих? Да, да. За двоих, два человека. Шесть. Все, едем. Вот наш шофер хороший. Как дела? У нас нормально. Ой. Старый город дальше, да? Старый город дальше. Ты хочу рынок? Хочу посмотреть просто. Я хочу в Сохо походить. Говорят, красивая площадь. Красивая площадь. Да? А цены на старом рынке дешевле или как? Старый город все. Старый это, город, да, дешевле, да? Понятно. А здесь дороже? Дорого. Дорого, да? Но... Все здесь купить старый город. А, понятно, сувениры, да? Да, все купить старый город купить. Понятно. Понимаешь? Ну я понимаю, но цены здесь дороже. Вот это дорого, как старый город. Понимаешь? Старый город большой, а здесь купить старый город. Все, я понял.